Критику Организации Объединенных Наций вызвала другая украинская проблема – положение беженцев внутри страны. То есть тех, кто уехал из зоны боевых действий в Донбассе не в сопредельные государства, а в другие области Украины. Как сообщается в докладе Управления по гуманитарным вопросам, граждане в статусе внутренне перемещенных лиц испытывают трудности с приемом на работу. У них устойчивая репутация изгоев, которая, кроме прочего, распространяется и на их детей. Они не могут адаптироваться в школах. Особое возмущение наблюдателей вызвало то, что в ряде украинских пунктов для беженцев нет элементарных бытовых удобств, воды и туалета. А в некоторых с постояльцев требуют оплаты коммунальных услуг. По данным ООН, число тех, кто уехал с юго-востока вглубь страны, превышает 500 000. Но те, кто остался в зоне конфликта, впервые за долгое время выдалась спокойная ночь. Без обстрелов и взрывов. Объявленный накануне день тишины стороны пока соблюдают. Укрепить перемирие должна и новая встреча контактной группы в Минске. Предполагается, что сегодня определят конкретную дату.